Казахстанская девушка-боксер Фируза Шарипова прошла процедуру взвешивания перед титульным боем. Ее соперница Милена Колева из Болгарии оказалась на 350 граммов легче. При этом обе спортсменки уложились в условия весовой категории. Напомню, поединок состоится 26 августа в 18 часов на сцене амфитеатра Экспо. На кону два вакантных титула в легком весе по версиям WIBA и WBU. Отмечу, что на профессиональном ринге 22-летняя казахстанка провела 7 боев, 6 из которых одержала победы. Также в андеркарте вечера состоятся поединки с участием мужчин-боксеров и бойцов смешанных единоборств из Казахстана, Украины, России, Грузии, Узбекистана и Азербайджана. Болельщикам хочу сказать огромное спасибо за поддержку. Я все читаю, они мне присылают письма. Мне очень приятно, что за мной следят, за меня переживают. Спасибо, смотрите, болейте за нас, за наших ребят, за наших спортсменов 26 августа.